Ответ отрицательный. Может, вы неверно трактуете информацию? Мы не получаем никакой информации. Инженеры рекомендуют визуальный осмотр на предмет поломки. Ну, давайте проведем осмотр. Что тут стряслось? Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений. Предполагаю, проблема в панели связи. Да, похоже, все дело в ней. Инженеры подтверждают, вы предупреждали, что так может быть. На их языке это почти что глубочайшее извинение. Зря мы вас не послушали, док. Включайся. Вам придется импровизировать. Попытаюсь. Сколько времени понадобится? Около часа. Прекрасно. Установка вашей системы на Хаббл – основная цель нашей миссии. Благодарим вас за терпение, доктор. Ковальский, мы знаем, ты не придаешь этому значения, и все-таки задержка продлится недостаточно долго, чтобы ты побил рекорд Анатолия Соловьева по пребыванию в открытом космосе. Похоже, тебе не хватит... 75 минут? Да я даже не заморачивался. Мэтт, мы гордимся, что работаем вместе с тобой. Та же фигня, Хьюстон. Наслаждайся последней прогулкой. Я могу помочь доктору Стоун разобраться с панелью. Помощь будет очень кстати. Разрешаю. Спасибо, Хьюстон. Не против, если я тоже развлекусь? Конечно. Как вы себя чувствуете? Как чихуахуа в стиралке при отжиме. Неделя была не из легких. Я после первого своего выхода в космос выкашлял все, кроме почек. Черт.